лет. Вот я буду делать червяков. Такой вот набор. Написано полимерные червяки. Алхимик. Химический опыт. Набор для творчества. Одеваем перчатки. Почему? Потому что у меня вот тут жидкость, которая очень плохо пахнет. Смотрите, надо одеть перчатки. У меня есть два вида. Ну, смотрите, сейчас попробуем вот эту. Видите, двигается маска. Теперь попробуем вот эту. Эй! Ну, у меня нож тогда будет дышать. Я готова. Берем вот эту вот жидкость. Открывай. Ем. Берем красивый, например, жидкий или зеленый. Давайте начнем с жидкого. Откручиваем. Берем шприц. Ну, придержи, пожалуйста. Это лепи меня от этого. Набираем. Сначала приоткрыли. Опускаем. До скольких? Вот. У нас получилось. И вот эту капельку надо О! А теперь как его ловить? Руками, что ли? Нет, сейчас придумаю. Смотрите, у нас червяк получился. Относим его. Куда? Пока на крышку одну. Берем вот, у нас тут. И вот так вот промывать. По всем частям. Достаем. Да. Такой у нас какой-то червячок. Чувствуется необычный. Аккуратненько. Все, открыли. Крышку отложу пока что вот сюда. Беру шприц. Аккуратненько. Ставим. И направляем.
Вот так. Чуть-чуть. Еще. Еще. Ой, вот этот за меня зацепился. И катается у меня его мама. И катается. Открываем. Ой, а у нас какая-то каплика осталась. Надо ее вынуть. Как же нам ее вынуть? Опять. Набрали, сколько нам надо. Я ведь у меня какая-то змея теперь. Возьму вот эту. Не отцепляется. О, отцепилась как-то вот так. Пора вынимать. Ты его. Червячка моего. И вот эту. Смотрите, тут мы вот так вот водой. Берем шприц, сюда его опускаем, половину набрали, по-моему. Так, теперь. Нам нужно взять зеленый. Все, мы взяли. Дальше берем. Что хотели с наборе. И смотрите, какой. Ой. У нас он получился. Открываю. Больше. По-моему. Может. Ой. Понимаешь. Вот тут надо слезть. А! Вот так же случайно, потому что так бывает. Вот посмотрите, пока какие у нас швейки получились. Вот, например, вот какие-то клиночки у нас получились. Вот одна новая пальца вам показывает. Да. Берем следующего человека. И вот такие вот какие-то. Но больше мне пока понравился вот этот. Потому что он выглядит как зверек даже. Смотрите внимательно на него. Вот тут вот такой вот червячок. Не очень липкий. А вот это вот у нас тот, который получился. Смотрите. Тут какой-то болток желтый, я вижу. Тут зеленый полностью. А вот тут какой-то салатовый. И от него салатовые отпечатки. Видите? Какая странная случается иногда. Ну, вот этот. Они даже могут ломаться, кстати. Я не знаю, что такие. Они пахнут какой-то необычным, но запах похож на какое-то мыло, по-моему. Так они какие-то мягкие, но чуть-чуть твердые.
Мне понравились больше и зеленые, и желтые. Мне все понравились. Потому что, смотрите, если я искупаю какой-то в другом цвете, вот, подождите, то он мог приклеиться. Или вот тут. Тоже только графика, это меня разочаровало. То, что запах у них какой-то не очень мне понравилось. То, что желтые и зеленые, мне сам эксперимент очень понравился. Тут у нас красители остались, поэтому я еще буду делать их, но показывать не буду. Пока, до новых встреч!